В Тель-Авиве между матчами, между командами Израиля, команда в белой форме, и Азербайджана в синих футболках. И, в общем-то говоря, территориальный перевес хозяев пока не сдобрен достаточным количеством опасных моментов. Авраама Гранта видели мы на трибуне только что. И продолжают контролировать мяч без каких-либо голевых для себя прибытков футболисты израильской сборной. Алдерман назад играет. Тиби. Аккуратненько, мягонько, через голову, но, по-моему, в офсайд. Да, положение вне игры фиксирует боковой судья. Но вся бригада сегодня из Швеции. И, наверное, следует пока что констатировать первые минуты. Вот это 10 с небольшим. Все-таки в определенной степени могут считать выигранными футболисты азербайджанской команды. Сбили они стартовый порыв хозяев, успокоили игру. И через паузу, через длинную такую, вводит мяч в чужой штрафной. Не усердствует абсолютно. Удастся, Оскаре, зацепиться за этот мяч. Так ладно. Нет, так тоже неплохо. Садимся опять назад, да, и продолжаем обороняться. Ушел мяч, не ушел. Меликсон сбит на бровке. Капитаном гостей Рахатом Садыговым. Ну, это хороший повод для штрафного. Пойдут ли защитники? Все-таки пока там не густо. Хозяев Надхо рассматривает. Да, я так и думал, что будет короткий пас назад, потому что, ну, не похоже было. Четверо против восьми. Как там за мяч-то бороться? Передача, а вот это уже опасно может быть. Ну, уходит мяч мимо ворот. Хороший пас в разрез, туда включается со всех ног, поспешая на этот пас Хэн Хзра, но не успевает. Опять Агаев сильно вперед, да, ожидал тут партнера, сбрасывал на правый фланг, но пока втроем азербайджанцы в атаку не бегут, и мяч из-за боковой опять возит Давиджада. Он играл рукой была. Ну, это, по-моему, Амир Гулиев мяч сохранил. А тут очень разумно. Дадашев играет в ногу соперника. И наут соглашаются азербайджанцы. Но больше им в этой ситуации не светило. И было их немного. Мы видели прекрасно. Это не самый худший вариант. Может, так и до углового. Дело доведут. И доведут ведь, да, вот он как раз и есть. Первый, к слову, у ворот Дуду Авата. И подавать остается Махир Шукуров, четвертый номер. Входящий будет мяч от вратаря. Неплохая подача. Может быть, чуть-чуть бы повыше. Так и по плотности, и по подрезке очень было все прилично. Доборолся Шукуров. Абдулаев. Снова Шукуров. И удар от ворот. Смотрите, и Дугуават тоже довольно долго сейчас готовится мяч в игру уводить. Но со стороны виднее, в ритм команда сейчас еще не попала. Вернее, вышла из него, лихо начали на первых минутах. Сейчас все труднее и труднее проходить середину поля. И по большому счету, в
последние 5 минут у израильтян не держится мяч. В центре короткий пас сразу блокирует, сразу выдвигается игрок. А по флангу, чтобы переть, как говорится, всем составом, пока что к столь активным действиям сборная Израиля не приступила. Ну, и я вообще-то даже и не до конца уверен, что это так уж входит в план. Может быть, надеются на исполнительском мастерстве свое взять. Может быть. Некий перевес по этой части есть. Да, беспокоен. Гутман. Тальбен Хаим играет с Дудуаватом. Дальше мяч переведен на левый фланг. Там начинает свой забег Давиджада. Зра. Эликсон. Снова у него мяч. Хорошо, сбросил. Захави пробил. Но атака продолжается. Отсюда можно левоногому. Рикошет очень неприятный случай, если мяч не потерял скорость. И заканчивается дело угловым. Обводящим ударом пытался послать мяч. Ворота, но подставил голову. По-моему, на Тельнура Ахвердиев был. Ушел мяч на угловой. И опять не очень большими силами. Обратите внимание. Штрафной. Вот тем не менее. Вот тем не менее. Пас целенаправленный. Удар и штанга. Левитан Тиби подключился. Явно ему был пас. Явно под удар в касание с левой. Я не знаю, проходил ли мяч в ворота. Миновал бы он Шукурова. Думаю, что если попал бы точно. Вот сантиметров на 5-6 еще в сторону. Прошел бы. Просто плотно получился удар, и не так просто было бы его остановить. Подобные моменты могут опять адреналинчиком подпитать хозяев. Так оно и происходит. Зяхави. Кого это включает? Тенерца Гамлета. Фокс достаточно спокойно пока выглядит. Ничего из того, что происходит, как мне кажется, мимо его предматчевого разбора, там видение ситуации, не прошло. Получает гал Алдерман. Вот у него мяч. Катит его направо. Оттуда, да, там посвободнее. Тальбен Хаим там открылся. Получил передачу. Может быть, сейчас и в центр можно забрасывать мяч. Ух, как неплохо. Вы знаете, я с арбитром соглашусь. Шахтер мяч вроде бы принял хорошо. Как мне показалось, он не соскочил у него с ноги. Он сам себе достаточно далеко его пробросил. Вперед пробросил и понял, что не прав, потому что перевеса скорости у него нет. Ну-ка. Нет, все-таки обработка не удалась. Обработка не удалась. Но как бы там ни было, в этом эпизоде, мне кажется, уже начал падать форвард израильтян. И я с арбитром готов согласиться.
да, мне все-таки казалось, что будет повеселее. Если претензии кому-то в связи с этим и предъявлять, наверное, большей частью израильской сборной. Гостям-то что? Им пока все нравится, как игра идет. Держатся они молодцом. И сейчас мяч спокойненько, наверное, выбьют. Вон даже как играют тут головами в пас друг с другом. Неплохо, неплохо. Гамон Мельсон, а пас кому? Не очень понятно. Попало по ногам Бибарсунатка, там Альберман с кем-то из азербайджанцев, Шукуровым, да, ну, воюет, не воюет, так. За право побыстрее этот стандарт разыграть, но надо сначала, чтобы Натка поднялся, правда. Игра. Мельсон. Очень неплохо. Но почему через паузу Шахтеру не сыграть? Тебе. Правый фланг вообще сейчас не используется последние минуты. Вот только сейчас идет скидка от Зяхави. Обратный в направлении его передач. Но там уже много игроков команды Азербайджана. Все, они закрыли. Зрители опять заводятся. Зрители опять отправляют свою команду в атаку. Но непосредственно через фланг израильтяне практически не играют. Во всяком случае, через правый. Там Ширан Йейни так и остался. Нахо. Да. И назад Тиби, Тальбен Хаим. При желании все 10 полевых игроков хозяев могли бы оказаться на чужой половине поля. Назад и будет удар. Эх, зря упал. Наступил на мяч. А вот здесь работа хорошая была, но внимательно действовали защитники команды Израиля. Спокойненько. Зачатки, зародыш эту атаку обезвредили. Тиби. Альберман. Натхо. Теряют время, мне кажется, израильтяне. Может, добавляют себе уверенности, может, смотрят, кто пойдет вперед. Тиби и пошел вперед. На фланг сбрасывает Давиджада, оставляет мяч Зра. Тот опять. К этому очень просто подстроиться. Все равно идет передача туда, к линии штрафной, в центральную зону. И оттуда уже какая-то распасовка, какие-то скидки. Вот. И опять повторение пройденного. Тут не надо никакого Берти Фокса. Тут и так команда достаточно приличного уровня разберется сама. Вот пока. Но не исключено, что рано или поздно это даст результат. Просто хотелось бы, коли пока еще надежд на поездку в Бразилию израильтяне не утратили, то вполне резонно было бы ожидать, что они разнообразнее будут все на поле атаковать. Без царя такой немножко перевод, да? Ну, а Берти Фокс чем-то недоволен. Как вы думаете, чем? Мне представляется тем, что вот все смещаются, страхуют друг друга.
ближе к правому флангу обороны, а на левом Лысо. На левом там очень немного народа. Чувствуете? Чувствуете? Не нравится зрителям все это дело. Ага. Андерман. Вот через фланг это другое дело. И сразу возникает острота, но там порядок у команды Азербайджана. Видите, партнеры даже аплодируют, как с Ени разобрался их товарищ по команде. Не уступил в скорости, вовремя включился в этот эпизод и заслуженно, опять-таки, его выиграл. Может и упустить команда Азербайджана. Шукуров. Ну, сейчас сам-то он вряд ли тут пройдет. С хитрецой играл. Пяткой себе подрезал мяч. Возможно, отскок на соперника. Это желтая карточка. Какой-то арбитр может и не увидеть. Что не увидел и правильно показывает сейчас Гутман. Вот увидел, конечно, шведский судья. Что был прихват за футболку, срыв атаки. Уходил Шахтер, конечно. Там просто легче, менее фактурный. И Расим Рамалданов получает горчичник. Таким образом, у команды Азербайджана уже две желтые карточки. Напомню, что Руслан Абишев еще имеет предупреждение. 15 номер. Противоположно фланге действующий. Именно он тогда так здорово разобрался с соперником. Так. Ну, маловато, конечно, численности. Вчетвером бегут в атаку азербайджанцы. А почему не попробовать? А раз Абдуллаев с мячом. Нет, тут надо пытаться уже обыгрывать. Обыгрывает. Входит в штрафную. Все правильно. Не нашел вот этой секунды, когда пас отдавать. Хотел чисто отдать. Не хотел отдавать в борьбу. А чисто не получалось. Всех прикрылись. Три игрока, израильтян там было больше. Вот видите, назад не отдашь. По линии не проходит. Может быть, рассчитывал и так дать подкатиться, да и этого обойти. Может быть, не знаю. Но камни не брошу. Здорово Абдуллаев прошел и обыграл защитника. Начинает покусывать соперника сборной Азербайджана. И так все просто. Полчаса игры уже позади, все по нулям. Сахар. Дальше
Хорошая передача. Угловой. Камера нам больше ловит Гутмана, во-первых, потому что и трансляции организует израильская сторона, понятное дело, да, он может быть даже и лучше знаком. Ну а потом Берти Фокс сидит там, пока вроде бы внешне разваляется. Может быть пробить надо, нет, все-таки мяч прыгал и подстроиться под него полузащитник не сумел. Не успел он, по-моему, остановить. Да, даже вот издалека было видно, что мяч пересек. Ну, пока вот, вы понимаете, так возвышать голос и убыстрять речь по-комментаторски нет особых оснований, поскольку игра все-таки такая-то довольно камерная. С определенным, конечно же, территориальным, да и игровым тоже перевесом хозяев. Но за полчаса не создали они достаточного количества моментов, чтобы говорить, вести речь, будто они наиграли хотя бы на один гол. Доходит мяч. Ну и абсолютно правильно сейчас Шукуров отправляет мяч на угловой, потому что подсказки не было со стороны вратаря, да и времени на это не было. Бил, пришедший из обороны, оставшийся, сдержавшись в чужой штрафной. Ну, часто он туда загуливает, захаживает с левого фланга. Вот тут, да, тут 2 на 2. Тут можно побороться. Касание одно. Сложиться непросто, но вариант попасть в створ был. А если бы мяч в створ пошел, то вратарю было бы, ну, не сахарно абсолютно. Разил бы его, огонек. Нет, пока не очень понятно. Открывается пас плохой. Пас невежливый даже, я бы такой сказал. Слишком грубый. Направление выдержано. Но не больше того. Арбитр решил не трогать этот эпизод, но сами разберутся, да, передача на Шахтарова жуфланга, передача опять назад, центр, ну тут все уже раскусили, все уже поняли это азербайджанские футболисты. Только если быстро, только если вторым валом, тогда есть варианты, а так их не особенно много.
перерыва. Теперь так кричет. Хотел сказать израильтяне, тогда же совершенно не давая вариантов сопернику. Да нет, надо себя придержать. Все-таки там один подход очень серьезный у команды Азербайджана был. Зра. Есть свободный коридорчик. Он туда и ныряет. Но там подстраховка. Там все схвачено. Там все спокойно. Вроде ничего особенного, да? Азербайджанская команда не делает. Но очень все грамотно, взаимозаменяемо. Я не хочу сказать, что азербайджанцам положим труднее играть с Люксембургом, нежели там с Португалией или с Россией. Нет, не в этом дело. Не труднее. Но здесь яснее, там менее ясно, если угодно. Вот тут яснее, как себя вести, чем надо заниматься. Более детальный план на игру. И поэтому, вот, по крайней мере, первый тайм команда держится просто очень здорово. Азербайджану не хватает мощи. Если, как говорится, бить в центр, то бить надо намного сильнее. Знаете, как вот боксера бывает, раздергивают, там на ногах соперника провалят, раскроют, и тогда, так сказать, вариантов проведения удара достаточно больше. Но если ты просто вот идешь и одно и то же, то, конечно, тут надо просто физической мощи добавлять. Или рассчитываешь, соперник подустанет, протянет концентрация, и тогда сам он сыграет не слишком внимательно. Одна из последних атак израильской сборной до перерыва. Тиби опять подтаскивает мяч в центр поля. Есть нарушение. Но на последних минутах то, что надо. Когда можно приготовиться к штрафному и как-то туда большим числом отправиться. И удар поворотом, рикошет. Я говорю, хорош. А теперь еще хорош. Удар плотненький вышел. Даже не скажу со средней, с дальней дистанции. Но голкипер азербайджанцев был на чеку. А вот какой подарок здесь, а? А вот какой подарок. Срезается мяч с ноги. Сразу Руфат Дадашев пытался извлечь пользу из этой срезки. Ну, так заканчивается первый тайм. Как надо. Да нет, пожалуйста, дистанция средняя. 1,22 м. Мяч чуть задел ногу защитника. Подскок был хороший. Но удобная для вратаря высота. И прям по центру полетел мяч. Потому и отразил довольно уверенно Агаев его. Физически крепкий, большого роста, да, защитник Расим Рамалданов.
слово имеет эту желтую карточку, но столкновение там пострадал достаточно серьезно. Хотя сам же и локтем играл, сам же, по-моему, правила нарушал. Но видите, дело не в столкновении, а в приземлении. И потирал он там ушибленное место. Понятно, что встретился с землей не самым лучшим, не самым комфортным вариантом. Альберман, Бенхаим. Я бы даже сказал, но это, конечно, будет перебором. Немножко издевательство, что Израиль играет в два защитника. То есть Тиби и Бенхаим в центре стоят, а то, что играет слева, то, что играет линии справа, так это по всей бровке, и больше они времени проводят у чужих ворот. Шукуров. Ух ты. А на входе в карточке не имеет, насколько я понимаю. Сейчас будет иметь. Да. Ну, я бы так сказал, судите арбитров, футболисты не мешают. То есть вот споры там идут, карточка это, не карточка, на усмотрение, не на усмотрение. Тут прям желтее желтого каждая из них, согласитесь. Все равно немножко за спину. Ну там уже ждут, там уже ждут. Захови. Он тонкий игрок, он, конечно, может и вести. Опа! Сейчас по-мужски поступил игрок азербайджанской команды. Вполне мог бы упасть, хоть арбитр был рядом. Там был маленький контакт. И в общем и целом тоже мог на желтую соперника сажать, но остался на ногах. Знаете, по нулям-то, по первому тайму, очень даже по игре. Я вот со вчерашним матчем проводил аналогию сразу. Ну, не то, что прям вообще это под копирку. Конечно, такого не бывает. Но, вы знаете, по спокойствию, да, вполне Азербайджан напоминает вчерашнюю армянскую команду, которая вот пряталась вроде, такой автобус стоял, а потом начала разворачивать свои атаки, да. Вот удар! И простили азербайджанцы соперников прямо под самый перерыв, потому что это надо было забивать. У команды Израиля такого момента в первом тайме не было. И просто Абишев сейчас промахнулся. Дудуават уже вылетел чуть не на 11-метровой отметке и был вне игры. Очень хорошая передача Амир Гулиева справа. И удар в пустую половину ворот. Да, вот только не попал игрок сборной Азербайджана. Ну что ж, с тем команды, и мы вместе с ними уходим на перерыв. Всяко может быть во втором тайме, да? Любопытно. Но с голами было бы веселее. Я не спорю.